zabijstvo to samo olictvorení. Takže se považuje, že zabíjení je vlastně hřích samotný v podstatě. No tím nemíně, Arjuna mohl si vzat to pomocí Krišny. Ale při pomoci Krišnovi Arjuna to mohl spojit s ním. S Gospodem, da, i... Понятно, речь идет не о том, что вот этот пример, с которым оказался Арджуна, это просто очень яркий пример. Samozřejmě, ten výklad, nebo ten příklad Arjunovi je ten jakoby nejvýraznější. Я не думаю, что мы окажемся в таком положении. Но myslím si, že my se dostaneme do takové situace. То есть у нас гораздо более такие простые вещи. Мы máme velice jednoduché věci, které řešíme. Поэтому я думаю, да, что это можно связать с Кришной. Если просто мы, ну, как сказать, не знаете, как это делать, то лучше всего обратиться к старшим предкам, чтобы они подсказали. Также, можно с нам то знать, что это просто нечто, что мы можем споить с Кришной, но если обратимся на старших родителей, чтобы нам порадили, а будем видеть, что это чтобы едунки. Как это можно сделать? Это один из способов. Например, вы любите, допустим, красоту, красиво одеваться, да? Приклад. Маете ради добрые вещи, хэски се обликат и так далее. Предположим, вы хотите, чтобы все было с иголочки, прямо так все выглядело супер прекрасно. А хотите, например, чтобы это выглядело вправду, как бы, шпичковое все, но шапты просто под последних. И что можно делать в таком случае? А что можем делать в том случае? Можно одевать и украшать божества. Можем... Například облека poštva. To možná dělat tak, že by vypadali velmi nariadně, velmi krásně. Aby vypadali úplně úžasně, aby byli prostě, že všichni se k ním byli automaticky připoutáni, když je viděli. No, například takové. Tak, možná přijistí. Takže je to jenom jeden z příkladů. Вот этот пример с украшением, да, вы привели. Но если человек не хочет, раз мы заговорили там про... Человек хочет наряжать и украшать себя, и чтобы там, грубо говоря, там им восхищались, или божествами в красивых одеждах, так как это можно занять в служении Кришне? Или это уже является, как бы, чем, как тогда это уже назвать? Это такое желание, которое уже не использовать, когда ты не захочешь там... Будем покрашивать твои танцы, либо с тем прикладом облекания, если так... Если ten člověk nechce oblékat božstva, a chce oblékat sebe, a byli připoutaní na božstvě k němu samotnému, tak jak tady tu touhu můžeme pak zamyslet vlastně spojit s Krišnou. A co myslíte, že to pík, to není možné? To jest, myslíte si, že to je vlastně konec cesty, že s tím už se nedá, jo, když na touhu je? Слепа цеста. Все согласны, да, что... Все с ним согласны, уже просто это уж не раз, не знаю, ты же так вот уже не... А, смысл наоборот? Нет, я думаю наоборот. Так, если се облека некто хески, так се можем облекать хески про Кришну? Можно одеваться красиво для Кришны? Вот видите, можно одеваться красиво для Кришны. Или, например, на Харинам. Ну, видите, то можете се облекать хески про Кришну, либо на Харинам. Представляете, вы будете танцевать красивой какой-то одеждой. Будет танчить на Харинаму в красном облачении. А мимо будут ходить туристы с своими фотоаппаратами так, и так, шоу. Так и туристы будут фотить вас и так, со всех сторон. То есть у вас же такой бесплатный подиум такой, да? А вы будете иметь там бесплатный подиум, где можете прервать просто. Могут посмотреть, о, как танцует эта девушка там, да, вообще супер. Они скажут, вау, там пани там танцует, так надо. А, так красиво выглядит. А еще на то, ну, так вот облекло просто и там все. Да. Люди будут привлекаться. А люди будут припутывать, либо просто будут себя любить. И поскольку Кришна будет доволен, то через какое-то время будет происходить очищение, в какой-то момент вы поймете, что для вас это уже не так важно. А, потому что Кришна будет спокойный с вами, так вы так если будете очищены, а вы в каком-то окамжику себя хитите, но мысли, что про вас уж то не так дурите, как себя облекать. Но если, конечно, этого не делать и продолжать так, как бы делать по-старому, то тогда, конечно, будете деградацией. Ale když tohle se nebudete zaměstnávat takovým způsobem nebo s takovou mentalitou, tak pak samozřejmě přijde
a vlastně degradace. И потом, например, допустим, вы хотите красиво одеваться, допустим, да? А не больше из иного угла погляда то разобрали, хотите себя пекне облекать. А какое будет следующее желание для красивой одежды, то есть надо понять. А что будет парк, власне, что тем дальшим кроком, либо что то дальшую тогу потом к красным облекам. А представляете, у вас такая красивая одежда, так все прекрасно выглядит, а манеры у вас очень невоспитанные. Невоспитанные манеры, плохие манеры. Также, же, если все облекаете, а то есть просто вашим целем, але zároveň s tím nemáte pěkné jakoby chování, nebo že neumíte se chovat. To jsou tam grязné nohty. Například, nebo máte si takové zvyky, že třeba máte špinavé nechty, nebo... Nebo přijete si na pol. A plýváte prostě na podlahu. Přijeme před stěny. Všichni jdou kolem a vy tohle se děláte. I kvěříte s palcem v nosu. A se šťouráte v nose prstem. То есть понятно, что следующий момент, которого вы хотите делать, то есть, ну, то есть это иметь какие-то красивые манеры, да, потому что красивая одежда без красивых манер, это выглядит весьма странно. Также пекное облекание без пекного хования, оно то никак не идет до громады. Либо мусить до громады правильно пекное облекание с пекным хованием. Понимаете, да? Разумеете. Вы согласны с этим? Согласитесь с ним. А что потом будет, когда, допустим, ну, например, когда есть красивые манеры, красиво одеваться, чего потом человек хочет? Так что, власне, человек то уже дал, если ма, если се пекне облека, ма пекне ховани, уми се додерживает и просто засады, чистоты и так далее, так что дал? Представляете, допустим, у вас там красивая одежда, даже красивые манеры, а внутри ум говорит всякие гадости. Так вы маете пекне облечение. Pěkně se umíte sebe podávat a na veřejnosti, ale ten vaše mysl vám tam napovídá tolik hloupostí nebo prostě z prostých možných věcí. On takový zavístlivý, dá, takový. On je plný záště a kritičný. Kritizování. Člověk vnitří, jak to od neprávně důmají o druhých. Člověk přemýšlí o všech okolo špatně. I вы видели таких людей, да, я которые красиво выглядят, красиво одеваются, да, но мысли у них плохие. Которые сначала внешне пекне ховай, а пекне облекай, але мае просто ты ту мысль шпинал. И какое впечатление проявляет? Так какие мае дуем на конец? Не очень хорошие, правильно? Не вполне идеальный дуем, же, справный дуем. Поэтому в какой-то момент вы захотите, чтобы у вас были красивые мысли. Согласны? Так, в некоем хвиле вам приду к тому, что хотите пекне премышлять, но хотел бы чтобы чисто внутрь. Это более высокий уровень. То есть еще высший уровень. И если вы хотите иметь красивые мысли, то о чем вы тогда должны думать? А когда хотите иметь пекные мышленки, так о чем надо премышлять потом? Чтобы мысли были красивые, нужно думать о Кришне. Tak aby myšlenky měly hezkou podobu, tak mělo by se přemýšlet o podobě Krišny. Protože on sám je krásný. Že Krišna je nejkrásnější. Takým způsobem můžeme přijít v любом случае, můžeme přijít k Krišně. A i takovým způsobem můžete vlastně přijít ke Krišnovi. No, конечно, to takový более запутанный, такой более длинный, запутанный путь, да? Ovšem, tato cesta je velice taková, že se... Я думаю, что лучше все-таки начать украшать Кришну. Чтобы долго дойдет, а если дойдет, так лучше, например, начать сдобить Кришну, а его подругу. Ну, так или иначе, выход какие-то найдется для любого человека. Ale так что, так, ten východisko, то východisko se найде про каждого. И для нас тоже, как для преданных, очень важно не отпугивать вот людей, которые интересуются какими-то суперсложными какими-то стандартами, потому что нужно понимать, что, может быть, они не смогут им следовать в самом начале. А про нас, как у Дании, так и важно не выстрашить те люди, которые впервые приходят с некими супертяжкими стандартами, которые, возможно, на начале не будут могут наследовать.
нужно просто занимать их служением. Нейдзю, то есть мы имели неким способом заместно в твоей службе. Окей. Я думаю, можно будет еще поговорить там, как, о том, как Кармелюга очищает от грехов. Так, мы будем, наверное, в следующий раз. Можно вообще все бы хомоли про братья Карма, когда нас очищаем от тех грехов. Я думаю, это мы очищаем. Закончим. Бхагавад-гита такие. Джай! Шри Прабхупада ки. Джай! Мацкрат, отец передал сейчас программу Цюши Прасадам на Оже, где сможем там чевистит. А наверху сейчас будет Прасад, можно потихоньку переместиться, чтобы нам это уточнить. Спасибо большое.